Здорово, друзья! Сегодня, в общем, у нас будет такой вот прям классный видос, потому что сегодня мы будем играть голым в соло, и при этом у нас есть определенная цель — подняться до фулл 6. Что такое фулл 6 вообще? Это как минимум получается шлем и броня. Может быть такое, что мы выбьем, например, два шлема или, например, две брони. В принципе, это тоже, ну, нормально, согласитесь? И получается таким образом, что главной задачей является добыть как минимум две шестые шмотки. В принципе, это наша цель на сегодня. Также в катке расскажу немножко подробнее о том видосе, в общем, который у нас не задался. Так что как-то вот так вот. Я думаю, медлить не будем. С вас бы по фасту хотел бы попросить чисто лайк, подписку, комментарий, потому что это максимально приятно. И надеюсь на вашу поддержку, потому что самое важное — это просмотр видоса до конца. Так что это четко. Перекачиваем урон на МКшку, и в принципе я уже готов. Да, в общем, я тупак, завалил человека, забрал у него шестой шлем, и возникли трудности с тем, что я забыл включить запись. В прошлый раз я удалил видос, такой же, и в этот раз я забыл включить запись. Гениально, правда? Ну, в общем, мы заспавнились вот здесь вот, и вон рядом там человека с нами не было, что, кстати, странно, но пойдет и так. Также, я думаю, вы заметили, что у меня очень-очень красивая графика. Теперь у меня, ну, красивая графика, и при этом 60 FPS, то есть было 90 FPS, теперь 60, но картинка намного красивее. И красивее. И, кстати, очень сильно надеюсь на то, что вам будет приятнее на это смотреть. Ух ты, вон он, человек. Слушайте, я не знаю, надо как-то забрать его, потому что это фуловая шестерка, и надо сделать это в спину. Так, 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 так. Куда? Блин, я присел, я думал, я в стоя был. Нет! Офигеть! Это было просто жесть. У нас сняли МКшку, серьезно? То есть я завалил шестерку, ну мы хотя бы вынесли шлем. Это как бы уже нифига себе. Не ожидал от снайпера, конечно, но снайпер молодец. И теперь мы не залутаем нашу шестерку. А возможно, там выпало все, что нам нужно было. Запускаемся еще одну. Так, мы снова в катке, в общем, бежим как обычно на гору, потому что стратегия все-таки реально рабочая. На горе обычно много людей, во-вторых, там много шестерок, да и голых людей, в принципе, хватает. Два граника чел там есть, хорош. И, в принципе, у нас есть возможность кого-то просто взять и подкрысить. Ой-ой-ой, фуловенький, смотрите-ка. Друзья, я, короче, случайно на выстрел нажал, вы понимаете? Реально случайно. Я, то есть, думал стрелять и стрелять, и пока думал, задел пальцем кнопку выстрела. Офигенно просто. И, знаете, сработало главное. Нифига себе. Убийца шестерок. Правда, там есть еще челик, и он кого-то ждал. А, ну у него ничего не выпало, да? Таблетки. А, не, он все-таки кого-то забрал. Это типа все? Ну ладно, ладно. Человек снял ботика. Хорошо. Побежит по чистому полю. Бежит. Готов, хедшотик. Хорошо, прям, знаете, все шестерки. И прям как-то очень сильно везет пока что. Ну как везет? Закрывать везет, а вот с лутом не особо. Но, блин, это прям вообще... Красный, быстрее, давай, давай, давай. Все, просто. Броня. Теперь уже мы можем раздать кому-нибудь настоящих люлей. По сути, мы уже, кстати, все выполнили, потому что мы добыли шлем. Мы добыли броню. Правда, мы, конечно, в них не играем, это было не за одну катку. Но все же сам факт того, что это у нас есть, это так. Такс. Рожок. Что-то за шаги здесь были? Бот, наверное, да? Опа. А бот тут просто так не стреляет. Видимо, кого-то спалил.
Но, кстати, у нас есть трудности в плане того, что у нас забрали МКшку. То есть, типа, новость вообще неприятная. Так. И где наш друг крысит, интересно? Опа. Слушайте, он мог спуститься в теории, да? Но мне кажется, что это не он. Все-таки, скорее всего, этот здесь. Вот так вот кинем. Посмотрим. Ничего не произошло вообще. Чел хорош, просто... Понимаете, он выпрыгнул и подпрыгнул. Офигеть. Блин, какой-то пингованный, что ли? Одни шестерки, кстати. Где голые типы? Ой, чуть-чуть не залетело. Капец, у нас нет шлема. Опачки, попался. Офигеть, я в шоке. Я столько шестерок никогда в жизни не закрывал. Они прям реально сами как будто бы хотят, чтобы их закрыли. Правда, там есть еще человек, и вот где он находится, не знаю. Блин, все-таки шлем как будто бы надо было бы взять. А босс есть? Босс есть. Так, давай сюда немножко сэкономим место, получается, таким образом. Ну, у нас даже куча патрон. И по шмоткам мы, в принципе, все сделали. То есть, как бы, на этом можно даже закончить. Голым, в соло, что? Как? Так, интересно. А кто-то у нас там идет? Нам, в принципе, осталось дождаться только вертолета. Но я думаю, что, наверное, кто-то один все-таки решит сюда забежать. У нас, кстати, есть один минус. То, что у нас сняли МКшку. Это плохо, но все же, как бы, это не так критично. Это что, еще одна шестерка, что ли? Ой-ой-ой, сейчас я очень сильно промазал, но у нас, в принципе, все нормально получилось. Опять. Ха. Я просто удивлен. Серьезно. Опа, еще кто-то идет. Ну, в принципе, этот челик уже может просто не успеть. Ну ладно, давайте улетим, не будем испытывать судьбу. Типа, нафиг оно нам нужно? И пускай улетает тогда уж сам. Если ему это вдруг будет нужно. Кстати, где он? Видно его? А, вроде бы забежал, да? 800 тысяч, прикиньте. Ну, как бы. Здорово. Я, блин, прям удивлен, что мы смогли это вынести. Как? По сути, на этом мы выполнили челлендж, потому что мы вынесли в сумме 3 шмотки, хоть и потеряли МКшку, что довольно плохо. Но мы убили столько шестерок, сколько я не закрывал, наверное, за последние дня 3. Это просто идеально. Может быть, конечно, это было в крысу, в спину, но, блин, а как нужно было играть голому, да? Ну что, давайте последнюю, чтобы видос не получился слишком коротким. Да ну нафиг, серьезно, я такой дебил. Блин. Ну что я могу сделать? Спрятать 2 беса в сейф? Спасибо.
Тоже шестерка, блин. Были шансы чисто по голове ему дать, но... Просто понимаю. Это просто идеальная катка. Вот прям самая идеальная. Запуститься без патрон. Гениально. Погнали еще раз. Надеюсь, в этот раз патроны у нас все-таки окажутся в инвентаре. Так, заметил, в общем, то, что реально, я играю 60 FPS, то есть по факту сейчас покажу. 60 FPS экстремально. Можно сделать 90, но я играю с красивой картинкой. И знаете, это прикольно. И от того, что у меня телефон по факту 120 Гц, переключение на FPS почти ничего не изменяет. Вот реально. То есть 60 FPS на другом айфоне и 60 FPS на айфоне 13 Pro, это реально ощутимая разница, то есть прям реально. Потому что здесь это намного лучше. По классике жанра бежим сюда. Если умрем, то умрем, фиг с ним, типа... Зато не с позором в этот раз, без пуль. Ну и пишите в комментариях вообще, как вам картинка, в плане того, что она как бы красивее вроде. Так, а где игрок-то? Сразу два, капец. Уже два рюкзака? Чего, блин? То есть вы хотите сказать, что он забрал игрока, что ли? А, блин. Он тоже был тихим. Ну, блин, красавчик. Выпала бы нам броня, было бы круто. Ну, а фулл 6 мы нафармили. Даже, можно сказать, умирая. Половину. Идеальнее, чем этот видос, наверное, я, ну, по крайней мере, за последние пару месяцев явно не видел. И на этом получается все. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам нужны USC-шки, там, вещи по метрошке, вы хотите их купить, то в описании ссылочка на мой магазин, гарантия просто 1000000% того, что там вас не заскамят. Конечно, могут быть задержки за это, извините, мы как бы тоже люди. Ну и в принципе, большое вам спасибо, не болейте, и уже до завтра. Пока.